Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня, не помню какое число, 13-е, что ли. Время 6:30 утра. Ну, Лизавета меня тут встречает. Лизавета, привет. Как дела у тебя? В общем, на работу я не езжу в лес. Меня не берут туда-обратно. Но я, в общем, это, собираю парней каждое утро. Хоть как-то частично поработаю в лесу. Да и под... Не знаю даже, как назвать. Подписчики, не подписчики. Говорят, что мы там в лесу хернёй занимаемся. Снимаем видяхи. И не работаем нихера. Так что вот, сейчас еду за парнями, собираю. Они едут в лес, а я домой спать. Что-то там клинит. Время 6:30. Ну что, выезжаем. Время 46 минут. Что-то не выходит никто, блядь. На работу в лес меня не берут. Бубнят, что я снимаю там, херней занимаюсь. Поэтому сегодня я вам покажу. Ну, я не переживаю особо по этому поводу. У меня есть другой источник доходов. Возможно, сегодня я вам его покажу. Сейчас парней соберу. Вот такая у меня бибикалка. О, блядь, сразу вышел, ебаный стыд. Сразу сюда, не слышно мне. Че? Нихуя тут докурил, говорит, проветри, ебаный урод. Давай, блядь, не бубни. Так, скиньте нахуй. А сразу не видно, не слышно, да? Как дела? Видео снимаю. Я же блогер, ебаный стыд. Блогер, блядь, теперь лес не разрешаю снимать, нах, да? Да, лес не разрешаю, теперь буду, блядь, сам себя ебать снимать. Вот что еще дело. Самые, блядь, популярные видяхи пришлось удалить, ебаный стыд. Ты удалил их? Да. Покажу сегодня другой свой источник доходов. Вот такой? А? С утра забираешь и все. Почему? Второе видео утреннее было. Нет. Почему с утра собираю? Нет. Нанотехнологии-то мои. Там же у меня миллион уже. Да. Заработал. Ладно, сейчас я вас переключу. Наперед. А то тут нихуя не видно, блядь. Один. Второй уже тут. А Сергей Дмитриевич опять, как всегда, опаздывает.
Блядь, Саня, прикрути хоть тут саморез, блядь, за нее зацепляешь, но... За кого? Да, блядь, вон где эта катушка, ебаная стоит. Этот еще за хуйня опять. Так не ведяхи ты, нельзя снимать в лесу, так вот я теперь. Ага. Сама не можешь снимать. Пашка нам песни поет. Все нормально, тебе надо ехать? Нормально, да. Кардан только оторвал меня, блядь. А я, блядь, сплю, хуяк трактор едет мой, блядь. Думаю, нихуя себе, знаешь, вот как в фильмах, вокруг, блядь, из, ну, туман, как, камера вокруг, хуяк, и кардон, так вот тут болты отлетают, кардон, хуяк, я все, ну так, давай сердце моё, блядь, хуяк спрашиваю, в натуре кардон оторвался, говорит, ну, говорит, хуйня, там два болта оторвалось, ну, там, говорит, всего два было. Нам актерские выдадут сразу. Где гонорар, кстати, я вместе. Удалил. Весь контент удалил. А? Пришлось удалить весь контент. А я видел, я знаю. Кого? О, блядь, прикольно. А, блядь, так это же мой. Не знаю, я люблю такие. Что там этот друг? Спите, здорово. Тебя тишина, Фран. Так я же дома. А тебя там этот... Ремень что-то вон. О, спит, я во второй еще. О, бля, еще один. Два ремня. Два ремня. Чужих, а вот так они уезжают, да? Хуль сделать. А мы с тобой еще побудем тут. Эти у я будет уже хуй. Да, эти тоже у я будет. Давай, давай. Там было столько. А? Было столько. А где было-то? Было. Ты не сливал, хочешь сказать? Откуда я сливал-то, блядь? О, Маха. Махум, бля, и ты тут. Тоже провожаешь. Ну что, с леса меня уволили. Пришлось опять сесть в ЭКУ. И ведяхи не дают снимать. Пришлось мне ехать в лесничество опять и просить уже своего леса. Ну, я еще приехал просить Чагодощинское лесничество, чтобы снимать контент. Ну ладно, тут кто-то едет. Ну что, переговоры прошли успешно. Дали мне леска. Вот приехал посмотреть. Буду пилить тут лесок. Снимать контент. Не знаю, говорил, нет. Те видяшки пришлось удалить. Так как ругались. То ладно, сейчас посмотрю лесок. И поеду домой. Вот документы. Вот у меня тут. На лесок. Ладно. Ну что, приехал домой.
решил завести Поликарпа. У меня, блядь, один карбюратор и то подписчика. На все технику осталось. В общем, снял всякий карбюратор. Ой, блядь, карбюратор, аккумулятор. Поставил на Поликарпа. Сейчас заведу Поликарпа. Поликарпа я не делал. Он у меня простоял полгода. Сейчас я поставил ему бензин. У меня вон бак. Сейчас заведу его. Накачал бензина. Аккумулятор. Так. Что-то, в общем, со сцеплением там диск, наверное, приклеился. Потому что это выжимается сцепление. А нихуя не включить. Ладно, буду пока ебаться. Че, попытался поддомкратить мосты, чтобы вырубить скорость. Задний поддомкратил нормальное колесо, а передний оба моста включены. Сцепление что-то нихуя. Ну, в общем, решил снять аккумулятор. Поставил его, в общем, саки поставил на Поликарпа. Поликарп завелся, но сцепление мозга ебет, что-то прилип. Видать, этот диск сцепления давно не ездил. На это я сейчас в гараж его затащу. С Поликарпа поставил этот же аккумулятор на Митяя. Сейчас заведу Митяя и затащу его в гараж. Сегодня подписчик обещал привезти мне на Поликарпа новые колеса. Босяцкий подгон. 5 колес притащит мне. И, в общем, ну давай, Митяй, ебаный стыд. Бендик надо включить. Ну что, на старт, внимание, марш. Прокрутит или нет?
В общем, не знаю, отклеился там диск или нет. Сейчас, в общем, скорости включаются, выключаются. И раздатка, коробка. Сейчас попробую снять аккумулятор снова, поставить на Митяя. Ой, блядь, с Митяя снять, поставить на Поликарпа. И может, он сам поедет. Толкать мне его, в общем-то, не проблема. Затолкать. Но не хочется его, вдруг помну. Сцепление, в общем, не появилось. Езжу тут, хотел заехать без сцепления, но первая скорость вылетела при заезде в гараж. Сейчас попробую еще. Но так-то без сцепления ездить тоже можно. Переключаться. Ну, но умеючи. Че, поехали. В общем, у меня два варианта. Либо на Поликарпе заржавело, приржавело сцепление за лето. За зиму, за лето. Но я весной, в апреле ездил последний раз. Но летом у меня брал кореш. Может, он подпалил, и оно закисло. Ну, пристало. Вот если нагрето и приставшее, то это, блядь, сложнее. Ладно. Теперь снимаем аккумулятор, заводим. Ну, тяя. И что-нибудь им сейчас поделаем. Да, Лизавета? Лиза? Ты рада? Лизавета? Ты что, не рада меня видеть? Или что? Лиза, можно подумать, ты часто меня видишь? Ты что, блядь? А? Лиза? Сидеть? Сидеть? Сидеть. Сидеть.
Вот эта штука у нее на полюсу гуляла. А был морозец после оттепели. Она носом в снег уебалась и порезалась вот тут снегом. До сих пор осталась. Да, Лизавета? Достал раму. У меня рама там валялась. От УАЗика. Еще мост. Сейчас по-бырому перекину поликарпа на новую раму. Пизжу, конечно, эта рама от козла. Она хорошая. Ладно, буду заниматься хуйней. Не буду снимать. Ну что, дорогие друзья, сижу, курю, нихуя не делаю, смотрю YouTube, и тут, ну, хотел записать видео. У меня есть еще один источник доходов, сайт компании FTC, но это не реклама. Как-то сделал я депозит, сейчас обновим страницу. Вот у меня на балансе, вот Романов Александр, на балансе 10 рублей, пополнено на 385-105, выведено 108, активных депозитов сейчас 955, но это 11 февраля, последний депозит, 11 февраля до 10 марта будет депозит. Сейчас у меня типа там накопилось 990 тысяч. Так что еще один день, и я буду миллионером. Можно меня будет поздравить. Так что вот, теперь я очень рад за компанию FTC. Ну, рад-то уже давно. Месяца три, наверное. Теперь можно войти в уныние, когда нападет. Уныние, тоска. Заходить на этот сайт, смотреть, сколько у меня тут бабла накопилось. В общем, 10 марта будет 1 300 000 там с копейками. 60 или как-то так. Вот, почувствовать себя миллионером, блядь, и идти с хорошим настроением дальше. Там что-нибудь делать. Мозги ебать. Перестал мне этот сайт выводить деньги. Буквально через 2 недели. Ну, через месяц. Вот 31 октября у меня первый депозит был сделан на 1000, потом 5 числа 3 по сотке.
И потом 15-го еще 8. 84. Итого 385 тысяч. Так что вот, кто хочет, могу продать. Там сейчас уже 1 000 000. Почти. Завтра будет. Могу продать за 300 тысяч. Этот аккаунт. Навар будет 700 косарей уже. А через месяц будет уже 1 000 000 чистого дохода. Будут желающие, обращайтесь. Только деньги сразу. А пароли потом. Говорю на полном серьезе. Насчет этого лохотрона еще есть ВКонтакте. Ну, в Ютубе он тоже есть, ВКонтакте. Николай Степаков. Или как-то сейчас его зовут. Никола. Сейчас я его найду. Он активно комментирует там, вот ВКонтакте у меня. Активный такой. Письма шлет там разную херню, правда. Музыку там, фотографии. Поклонник этого. Музыки там разной уебанской. Вот. Классы. Ну вот, фотку свою открыл. Авку. Вот, в общем, он. Кекс. Это его, наверное, родная фотография. Так-то он херню какую-то ставит. Ну, или либо чужие фотографии. Моторс Сургут, место работы. Это пиздеж. Недавно там был. Что-то там с рыбалкой связано. А так он даже место жительства у него было. Но сейчас он от меня закрылся. Я не могу ему ни сообщения, ни писать, нихуя. Он, в общем, это... В Чагоде, ну, в моем поселке жил тут как-то. Ну, в смысле, написано было, что жил. Но он, кекс, мне сразу подозрительный оказался. Он у меня под друг ВКонтакте уже, наверное, пару лет был. А тут осенью, да, начал у меня денег спрашивать. В долг, на пару дней. Вот это общие друзья у нас. Тёма Яршов и Анатолий Воронцов. И я тут ему дал. Он у меня, в общем, спрашивал, штукарь там. 5 000, по-моему, не спрашивал, 1 000 все спрашивал. А потом пятихатку спросил. И я, в общем, ему дал на пару дней. Ну, перевел. И он, в общем, это... Хуй забил. Потом спрашивал это тут у друзей. У Тёмы Яршова, у Анатолия. И, в общем, у одного и у другого он тоже занимал. У одного там по пятерику занимал. Ну, пытался занять, но они вроде как не дали. Но, в принципе, правильно и сделали. Так что вот, я думаю, таких дохера Николаев Степаковых, Никола, его звали Николай Степаков, Сургут, 89-го года. А так у него авы были, вот, с Тёмы Яршова, с канала там, с Ведяхи, фотку он сделал, где он там в лесу. Максим Техник Про, фотки у него были. Так что вот, бдите, особенно блогеров касается, может кто это, у кого он еще, ну я не сомневаюсь, что он у всех спрашивал бабло, плохой парень, блядь. Ну че, вроде все, а сайт FTC, в общем, кто хочет купить мой аккаунт, покупайте, а так никому не советую эту хуету. Она, в общем, как бы начисляет, все работает, но мозг ебет с выводом. Я выводил на Яндекс.Деньги, теперь Яндекс.Деньги там уже не работают, хуй знает, 3 месяца, блядь. Ну как, перестала мне выводить, Яндекс.Деньги закрылись, блядь, и все, и пиздец. Узнал я про эту херню от одного, но тоже подписан я на него, он вроде тоже на меня подписан. Долго за этой хуйней наблюдал, наверное, полгода, блядь. Смотрю, думаю, попробую. Так-то я не очень азартный на этой херне. А тут, видать, повелся жажда наживы, блядь. Но он сейчас вроде тоже не рекламирует эту херню. Раньше все рекламировал. 990 косарей в день добавляется по 11 косарей. Ебаный рот. Вот будет 1 000 000, по 12 будет добавляться. Заебись. Это, блядь, через год будет ебаный урод. Там циферы кончатся, блядь. Ну ладно, буду дальше YouTube смотреть.
зарядился положительной энергией, блядь. Сейчас видяхи посмотрю и буду поликарпа там чинить. Сцепление. Ладно, на этом пока все. Всем удачи и пока.